Мороз и солнце, день чудесный, чего ты дремлешь, друг прелестный? Вставай, красавица, вставай и на дачу. Смотрите, как тут здорово. Снег хрустит, слышите? Вот так тут все у нас замечательно. Спит альпийская горка. Вот так мы укутали свои хвойнички. Вот такие солдаты в белых одеждах. Как есть у солдатов под снег такая одежда, камуфляж такой под снег. Так и наши стоят на страже. Здесь нам не хватило, пришлось накрутить сетку. Посмотрим. Еще я не укрыла магонию. В этом году было много у нас снега. И много очень что развалило. И вот магонию в том числе. Я сейчас покажу. Видите, было много снега, и вся середина у нее развалилась. Она легла на дорожку, поэтому... Следующий приезд нужно приехать сюда с марлей и хорошо ее обкрутить, чтобы она не погибла. Зимнее ласковое солнышко. Дача вся сразу золотилась такая. Посмотрите. Красота какая. Особенно на снегу. Укрываем эти хвойнички от февральского солнышка. Прикрываем, чтобы не погорели. Но не все. Взрослые мы, конечно, не трогаем. А такие. Кстати, вот этот бы тоже прикрыть. Ну, и туечку надо бы прикрыть. Спят рыбки в пруду. Мы поставили им камыш. Вот так. Чтобы туда проходил воздух. Спят розочки. Укрытые в домиках. У нас там котятки примчались. Услышали нас. И тут как тут сразу. Я вот их накормила. Они пакеты увидели и залезли. Вот они вот доедают. Пакеты вон я положила, они залезли, их облизывают. Сейчас еще вам два пакетика выложу. Так. Очень люблю вот этот чехол. Он вот вроде бы из обычного белого спанбонда, да, сделан, но настолько здесь все гармонично, ничего лишнего. Черно-белый цвет и немножко желтенького в глазах. И получается прям белый медведь. Вот это уже, видите, проигрывает. И в цвете, и детскость какая-то в мордашке здесь. А здесь мне нравится Мишка. Мишка мне нравится. Хорошо вписывается. Если увижу, обязательно куплю, потому что они... Ну, сколько? Года три они у меня, четыре. Вот видите, выгорают они цветные. А Мишке все нипочем. А эти вот теряют свой цвет и выглядят уже ненарядно. Так что мне вот хотелось бы, чтобы сделали снеговика еще. Я где-то видела, но не купила. Надо поискать. Вот если бы еще и снеговичок был такой, было бы вообще замечательно. Ну, а там тоже капусточка.
оттаяла. И вот так вот, видите, выглядит. Ну, а это уже другой сорт. Тоже она живая. Тоже она вот так вот выглядит. Сейчас морозец ее прихватит, и она опять будет такой красивой хрустальной розой. Сейчас она пока мягкая, видите? Сейчас у нас немножко подоттаяла. И она, смотрите, такая вся живая, красивая, нежная, пастельная розочка. Январская. Видите? Красиво смотрится. Вот такие чудесные домики я купила. Не помню, в Пятерочке, что ли. Где-то там по дешевой-дешевой цене. Хочу их повесить на елку. В этом году дачу не получилось у меня нарядить, потому что лестницу на второй этаж мы построили осенью. И игрушки все, все наряды, все у меня на верхнем этаже. Достать их нет возможности. И я решила в этом году как бы минимальными украшениями все-таки украсить. Потому что бываем мы здесь часто. И хочется видеть дачу все-таки украшенной. Но я хотела украсить ту корзину. Помните, которую мы делали с вами летом, фруктовницу. Хотела туда положить много игрушек, шаров. Но в этом году не случилось. Даст Бог, все будет в следующем году. Вот такой вот красавец заснеженный. Вот. Также мне хотелось добавить украшения в мои горшки подвесные. Вот эти. Вот эти вот. Сейчас. Оп. И в деревянный ящик под окном, который мы делали возле калитки. Туда тоже мне хотелось добавить какой-нибудь красноты, каких-нибудь красных акцентов. Но ничего в этом году не случилось. Но ничего, это не последний год. И мы обязательно с вами украсим все на следующий год. Ну а так украшает наш зимний букет горький перец, колокольчик. Смотрите, какое он дает яркое пятно у нас под навесом. Сейчас я повешу бутылку и пойдем делать дальше дела. Мне очень нравится в это время планировать что-то на своем участке, потому что его так хорошо видно, он весь такой, листьев нету, и вот видны те участки, которые нужно, которым нужно больше уделить внимания. Вот, где что подрезать, где что подсадить. Ну, в общем, вот так.
Костюмка. Я уже жую. Короче, вкусняче получился, мягкий. Всем пока-пока.